Всем привет! Сегодня будет небольшое такое видео. Я сниму сейчас везу контейнер там с ретро-автомобилями. Сейчас приедем и будем разгружать. Просто покажу разгрузку и какие там классные тачки, блин, ё-моё. Ну, бывает, конечно, лучше, но сегодня будут такие. Так что смотрите дальше. Погнали. Сейчас скоро приеду и будем разгружаться. Так что в конце, если вам понравится видео, также ставьте там классы. Подписывайтесь на мой канал тоже там. Не стесняйтесь. Я рад всем буду. Так что погнали. Вот, наконец-то мы в день попали уже. Ну, потому что, ну, я вчера вечером загрузился, всю ночь ехал. И это, сейчас как раз на разгрузку попадаем уже утро. Сейчас клиенту везем крутые тачки там, ретро-автомобили. Сейчас будем разгружаться, я все постараюсь показать. Так что, все четко. Погнали на разгрузку. Есть там, да? Да, видите это. И сейчас еще машину пока немного. Сейчас мы в центр пойдем, в город на Поводному, пойдем там. Надо на Москву, и там развернуться, да? И будем разгружать машиньоны. Ретро-автомобили. Что у нас хорошо, что получилось уже приехать вот. Светло. Хоть немножко вам покажу днем. То постоянно получается ночью, ночью и ночью. Так, все, буду спускаться здесь. Сейчас мы будем заезжать в город. Видите, туда, центр. На Косыгина. Спускаемся, все, здесь тоже вот такие развязки у нас здесь, нормальные так. Регистратор у меня тоже всегда включен. На всякий случай, знаете, потому что случаи бывают разные. Бывает такое, думаешь, не включу регистратор, ничего там страшного, ну там ничего интересного, да. Как только бывает, не включу регистратор. Так всегда что-то интересное бывает, елки-палки. Ну, я решил его теперь не выключать. Думаю, пусть работает теперь всегда. Сейчас вот здесь бывает еще пост ГАИ у нас, там какой-то там транспортники стоят, там еще кто-то стоит. Ну, бывает там это, проблемы нам создают иногда на дороге. То покажи, то это. Ну, понимаете, я все понимаю, конечно. Это ж закон там все. Так, ну у нас вот на посту никого нет. Все нормально. Девяточка, блин, что-то она ползет здесь, тормозит нас совсем. Так. Вот видите, мы по Косыгина едем. Так, впереди у нас пробки и знак нам туда нельзя. Вон там еще и ГАИ впереди, видите, мигает. Так что мы лучше сейчас свернем отсюда. Не будем нарваться на неприятности, как говорится. Вот там я что-то видел, это, маячки где-то мигали. Так, нафиг. Значит, вон, видите, мигает. Стоят там. Значит, уедем, мы чуть-чуть объедем сейчас. Сейчас свернем. Чуть-чуть крутанемся, но дешевле нам крутануться, чем сейчас объяснять, почему мы туда поехали, сюда не поехали. Ну, как обычно, сами понимаете. Так что вот так, такая работа у нас сегодня, тоже нормальненькая. Вот видите, вот это по городу называется работа, езда по городу.
постоянные пробки. Это по городу, конечно, вообще тяжело работать, потому что теряешь много времени. Солярка в трубу улетает. Нервы еще, блин, ё-моё. Же постоянно там все справа, слева лезут все, блин. Ё-моё, это ж вообще катастрофа. Так, сейчас будем сдавать задом. Солнце светит, правда. Вон туда нам надо сдать. В эти ворота. Как-то заходим вроде нормально. Плотно прошли. Все четко. Вон там, видите, тоже машины в зеркале. Там тоже вплотную идем. Такие места иной раз приходится заезжать, что прямо так в прямом смысле в притирку уходишь. Ну иди там, вот здесь на что-то. Ну иди здесь. Так что. Все четко. Здорово. Я говорю, притирку здесь входишь, ё-моё, хоть ворот. А сегодня что-то никто у нас не уехал. А. Работы нет. Ну ладно. Так, больше места обычно. Да, я уже приезжал сюда как-то уже. Все, заехали. Вон в ту прощелину. Протерлись, протиснулись задом. И заметьте, ни одного раза вперед не сделал. Все четко, самая улица. Жик-жик-жик-жик-жик. Зигзагом. И все. И в дамках, как говорится. Так что все нормально. Колхозники на ней сено и навоз возили. Прикольно. И строили, хуярили. Хозяйстве у него работал на собственном участке. Ага. Здесь грузом был, как грузовик ездил. Это чья она? Ну, хотя не американская, но попала в Европу. Ага. Там ее из армии списали, вот дедушка на ней катался. Да. По своим делам.
Техника серьезная такая. Вот американцы придумали же все такое. Вот этот агрегат, так агрегат. Серьезная техника, да, такая? Да, такой. Да. Виталик!
Техника, да, какая? Одни ножки рожки, да. Как говорится, стали. Нет, да? Это такая нужна. Остальное деревянное будет. Да? Оно и было деревянное, да? Гнило, наверное. Да. Так-то прикольно. Вон, цепляй за задний мотор. Ой, тут двое, пошли. А там мотор впереди, наверное. Там не вешу полком. Стой, подгрузок. Да. Так, а я даже не ремонтирую. Дата вообще там. А это как? Показать тебе такую же русскую? Один в один. Да. Только русская. А. Это что, другая марка? Только наши моторчики смогли такое сделать. А машина сама. А это рядом, чтобы поставить, это как? Смотрим. Показывай, скачай вот эту майку. Так и сюда, если поставь. Да, да. Пошли. Еще и тормоза работают. Она сама на ходу, знаешь, как она летает? Да. Нифига. Разгоны надо было. Еще откатывайся, разгон хороший надо. Все, поехали, давайте. Бегу! Еще и тормоза работают. Она сама на ходу, знаешь, как она летает? Нифига. Да так докатит, что-то. Так докатит куда-то. Да? Офигеть можно. Техника какая. Thank you.
американец. V8, видите, смотрите. V8. Форд. Все туда, я поехал, да? Спасибо тебе большое. Спасибо и вам. Давай, в этом году машину видишь. С таким удовольствием быстрее такие машины. А вот это вот, да? Называется ГАЗ-М1М. Ага. Точная копия, видишь, похоже? Ну да. Вот у них мотор V8, это да. Посмотреть внутри хоть. Крутые тачки. Лебедку берешь? Да я так хоть посмотрел. Да ну. У меня просто этот Grand Cherokee VJ тоже, V8. Я такой думаю, как у них старые V8 такие. Это нижнеклапанный V8. А. Он принципиально отличается от современных. Ну да, такой. Вот. Ну вот есть видео, мужик налетал на ней как сумасшедший. Да ничего здесь еще. Это заколачивали. V8. Да, блин. Ну ладно, спасибо вам. Ну, спасибо. До свидания. Машина. Интересно, ты все равно не отсюда. Как стану, да, стали? Полно свободного места. Надо встать напротив друг друга. Смотрите, пусто, да? Вообще просто. Жесть, конечно. Как так вообще можно? Ё-моё. Сейчас мы вот в Питере, в центре, да, сейчас мы едем, сейчас пойдем по водному каналу, да, потом, ну ладно, сейчас посмотрим, куда потом. Я обычно как по ситуации, как пробки, и смотрю там, если есть пробки, нет пробки. Сейчас рацию включим, хоть узнаем, что у нас.
когда по центру еду на, ну, вот, на скане, да, с контейнером, я себя ощущаю как этот, как слон в посудной лавке, знаете. Везде вот эти маленькие, да, а ты здесь пробираешься через них. Они там и справа, слева лезут, ё-моё. Я говорю, как этот слон в посудной лавке такой. А, он КамАЗ сюда выезжает, сейчас поедет с нами по этой полосе. Здесь сейчас едет налево будут поворачивать, и они стоят здесь долго, а мы сейчас жиг здесь прямо проскочим. Ну раз я вот частенько, ну вы заметили, я ездил по Блатнику, можно по городу там проехать, да, например. Ну, мне дешевле проехать по платной дороге, потому что это. Я проехал 5-10 минут, все, я через город проскочил. А если поеду через город, я все соберу там миллион этих светофоров, все пробки. Представляете, сколько я потрачу солярки, времени, сил и нервов. Это жесть же. Заплатил чуть-чуть денег, проскочил и все. А тут же это же пробки. Ёлки-палки. Тут же вспомнил слева ряда вправо, что ему надо направо там. Вот дядя, блин. Видите, какие бывают всякие раз. Вон решетки у него тоже лежат, смотрите. За кабиной. И канистра с песком. Решетки. Вот, видать, тоже зимой почувствовал на себе, что такое лед, и все. А может мой ролик посмотрел, да? Это же тоже может быть, правильно же? Ну, сам себя не похвалишь, никто же не похвалит, правильно? Не, ну, есть люди, которые заботятся о том, чтобы не буксовать, решетка, песок, трос там, все такое. Цепи даже, цепи надо купить себе тоже. Просто когда на, ну там 2-3 метра проехать, там на решетке, да, бросил, там выехал. А чтобы там проехать какой-то снег, ну там долгое расстояние, там, там 500 метров, да, там, конечно же, цепи лучше одел там и выехал. Кому понравилось видео, ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Всем до свидания.